Следующий сорт, с которым мы вас хотим познакомить, дорогие мои, это сорт Little Pink Lulabu. Номер в нашем каталоге 1248. Little, вот это, я заметила слово всегда, я не сильна в английском, но я заметила, little, это всегда означает малорослый, низенький. Вот он у нас, видишь, как подушечка, вот такая листва, вся как подушечка. И вот этот цветок у нас, сорт у нас тоже второй год. Получили мы его совсем-совсем маленький, дохленький. На него можно лечь и лежать? Да, вот можно, такая плотность у него. Подушка такая вот, подушка. Угу. И смотри, какие цветочки. Вот я так думаю, что на следующий год, если мы не пересадим, тут все будет покрыто вот этими красивыми, изящными, сиренево-розовыми этими цветочками с белой, со светло-сиреневыми кончиками, с высветлением. Цветок довольно-таки, видишь, вот не маленький, так скажем. Вот этот, вот они цветки не маленькие, плоские, как тарелка. И на тарелку уложены вот такие вот сиреневые лепестки и желтая, сияющая, светящаяся серединка украшает это великолепие. Давайте пройдем немножко по кустам. Что интересно, есть не махровые, вот полумахровые, а есть вот серединка, они хоть и полумахровые, но серединка вот так вот закрывается. Видите? А, и кажется, получается, что он, один раскрыт, а второй немножечко как бы такой шапочкой, да? И кажется, что у нас вот на кусте есть полумахровые, есть махровые. Но он просто так вот немножко вот призакрыл, и вроде как и не видно. А это вот поднял. Ну, когда появится солнце, я думаю, он станет вот такой плоскенький. Ну, мы сейчас дальше пройдем, покажем. Здесь очень хорошо видно. Да. Вот он махровый, да? Да, вот он махровый. Угу. Ну, как он полумахровый, но еще до конца, я так думаю, что он только начинает открываться. Потому... А вот рядышком, смотрите, рядышком, вот два стоят уже такие, вот они распустились. Или это просто, может быть, еще не распустился, да? Это раньше распустились, я так понимаю. Угу. А эти только начинают. И потом ну, красивые, конечно же. Запах здесь хороший, нет. Даже я стою вот здесь, да? Вот. Да, и мне ну, слышно. Я, наверное, прям. Нанюхалась уже не. На что же я тут не ощущаю. Не мастер на цвета, я запахи и тут чувствую. Ну, молодец, хорошо. А я уж не чувствую. Ну что, уважаемые друзья, обратите внимание. Вот смотри, очень. Моя рука, да, 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 вот да. Смотри, какой большой, вот. Угу. И такие нежные, красивые. И моя рука. Ага, нежные, красивые прямо цветки. Ну, молодцы. Конечно, еще вот в этом году второгодка цветков не такая масса, но все они, которые есть, красавчики.